Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, и, конечно, мы забыли немножечко о еще одном способе прохождения 17 сезона. Конечно, это наши отправки. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о отправках, подготовил все, что нужно, кстати. Самое прикольное, что у нас появились новые коробки для отправок. И, в принципе, я сегодня готов воспользоваться всем тем, что нам предоставила игра. Это я все выбил на локациях. Я думаю, что сегодня мы возьмем эти все коробки, ящики для деталей, все необходимое для отправки любой любой поломки. Естественно, выдвигаемся в порт. Сегодня мы будем отправлять посылки и смотреть, что же нам там нового подсыпет. Насколько интересно все будет. Ну и надеюсь, что вам это тоже интересно, и вы уже заготовили свой лайк. Не забывайте, что как только этот видос наберет 700 лайков, я сразу же разыграю 500 рублей. 500 рублей может быть именно твоим. Всего лишь поставь лайк, напиши комментарий минимум с 3 слов и подпишись на канал. В субботу розыгрыш. Я думаю, что это изи-бризи, просто на халяву получить достаточно неплохие бонусы. Мы выдвигаемся в порт, именно в порте мы будем отправлять вот эти вот посылочки. И надеюсь, что именно эти посылки... Кстати, вот эти ящики я выбил на красных локациях. Когда искал и бомбил ресурсы на турели, естественно, я это все нашел. Кстати, мне опять нужно походить по этим локациям, потому что звери, зверюги, зомби, зомбята, естественно, расшатали мне всю кабину. И получается, что я потерял... большая часть турелей. Из 11 штук, по-моему, из 9 штук я потерял 4 или 5. Ну, нужно посмотреть. Ну, так, смотрим. У нас сегодня, как вы видите, новый горизонт. Короче, вот это все. И вот, плюс 10, всего лишь плюс 10. Она. Короче, как только ты нажимаешь на ящик, ты получишь еще больше возможных бонусов. Но это мало все равно, вот так как нам для левела нужна сотка. Просто неимоверная сотка. Залетаем, нажимаем, смотрим, что у нас здесь будет. Во время привала мы нашли люк в подвал, туда слышно вой. Выясни, что там происходит. Да, фонарик. Очень интересно. Надеюсь, что будет что-то. У байкеров на обочине сломался байк. Просит перехватить груз, иначе он не смеет. Без проблем. Ребята, он оказался грабителем, работающий по новой схеме. Часть груза потеряна. Что за фигня? Он фонарик поломанный забрал. Жесть просто. Ну ничего, я, конечно же, опускать руки не буду. Завершаем. Естественно, берем. И обязательно посылочки отправляем. Эти посылки дают возможность нам отправляться за ключами, вернее, получать ключи, ящики с дна. Впереди виднеется старая мастерская. Проверить, что там осталось. Блин, мне не везет. Ребят, я вам говорил, что мне не везет. Так вот, мне не везет. Очень сильно не везет. Я не знаю почему, но отправки мне реально не везет. Я видел, мне просто скрины скидывали. Ребятушки, перепрятушки. Короче, очень агрессивно настроены животные. Давайте посмотрим. О, тесак. Ну, хоть что-то у Ашота. Тесак, и то неплохо. Было вообще круто, чтобы здесь выпадало что-то очень крутое. Что хотел сказать. Мне ребята скидывают, что мины, лопаты, что еще, балалайка выпадает. То есть здесь реально гитару можно выиграть. На обочине замечено... Скулящая собака. Последовать за псом. И получаем щенка овчарки. Вот это уже хоть что-то. Реально хоть что-то. Потому что, ну, реально как-то все очень скучно. Ну и что, последний вот этот вот крутой ящик. Естественно, мы, ребят, начинаем отправку. Прямо по курсу песчаная местность. Наши действия. Продолжаем путь. Да. Да, потерян груз. Как ты в песке его потерял? Бог его знает. Ну, это, конечно, уже не к нам вопросы. Звук громкий, источник где-то рядом. Стоит посмотреть, что там. Тишину нарушил треск радио в лесу. Да вы серьезно, что ли? Что за прикол, ребят? Ну, вы видели это невезение? Но, тем не менее, несмотря на невезение, у нас все вот так вот происходит. Черные ящики вперед. Я думаю, что многие скажут, Михалыч,
И у байкера опять байк, смотрите, байк сломался. В прошлый раз у нас фонарик украл, в эту часть груза украл. Вот это байкер, останется и посмотреть, потому что обнаружено несколько изодранных тел. О, военный блокнот. Ну что хотел сказать, это, конечно, не самый лучший лут, но, по-моему, мое везение где-то не здесь. Посмотрим, что у нас с ключами. 66%. Еще одна отправка. Я думаю, что мы получим еще один ключ. Но пока что мы вот так вот это все делаем. Естественно, моя максимальная гонка это сейчас за вот этими вот ачечами. Уровень. Потому что я получаю за каждых 100 ачечей, естественно, ящик. Я сейчас поеду домой. И, естественно, пройдем две волны. Две волны нам нужно будет пройти для того, чтобы залутать ящик и отправки, ну, может быть, не максимально эффективные, но я думаю, что все-таки эффективный способ тоже пройти 17 сезон. Вооружимся и будем очень опасными. Две волны с одним УЗИ. Попробуем. Давай попробуем. Почему бы и нет? Попробуем две волны пройти с одним УЗИ. Раньше я видел, что, ребят, конечно же, я видел, ребят, что раньше один блок это одна волна. Это точно. Ну вот так. Фух, ну что, заходим. Объект Эхо-1. Сейчас мы делаем ветера. Валдан. Залетаем. Патрик. Ждут ребята все отлично. Залетаем так. Я помню, что нам нужно колье убрать. Колюшки убираем. Вот так вот. Вот так вот. И, конечно же, вот так вот. Вот. Смотрите, 4 турели. Просто одну хард-волну и 4 турели повесили носик. Это означает, что все, их только наутил и другого варика у них нету. Сейчас я попробую, естественно, стариночку. По стариночке. Перемещаем обязательно турели, потому что вверху турели бывают даже и не стреляют. Это уже проверено. То есть один ряд турелей. Я думаю, что вот так вот это все будет. И, естественно, наверное, вот еще вот сюда вот. Вот так вот. Еще сюда. И просто застраиваемся с колями. Это достаточно эффективный способ. Я думаю, что многие этим способом пользуются, потому что колья очень сильно останавливают атаку зомби. И я думаю, что они, ну, то есть, как минимум, должны на этом задержаться. Мне нужно пройти... Нет, сложно я не буду, я легко. И я дважды лучше пройду. 25 опыта мне дается за каждое прохождение. И я думаю, что вот так вот это все у нас произойдет. Итак, выходим. Встаем возле вот этой вот турели. Я, в принципе, пока что не буду сильно там атаковать их. И когда уже вижу, что реальный замес, нужно помогать, то буду подстреливать немножко. Потому что у нас один УЗИ на две волны. Надеюсь, что у вас все очень отлично получается. Прям. Я думаю, что мы сможем в ближнем бою тоже справиться. Я готовлю один из видосов для ближнего боя. Кольев много не бывает. Я думаю, что 4 турели это оптимальный вариант для ближнего боя прохождения. Я вам скажу, что самый эффективный способ это так. Как вы видите, они долго колья, и вы в это время просто на изи справляетесь со своими заданиями. Но зато для этого нужно фармить достаточно много ресурсов. Так, смотрим. Опять-таки мы удаляем, так как каждый раз это делаем. Удаляем. Короче, удаляем. И теперь продолжаем. Так, первое левела турели точно не подходит для ближнего боя, так как у нас проблемы, траблы могут быть с тем, что турелька очень печальная, коварная штука. Она атакует вашего. Ну, то есть вас атакует турель. Представьте себе. Пробивает и вашего персонажа. Ну, то есть, где-то так и получилось, что пол турельки. Так, турельки справились с первыми зомби. Ага, там их достаточно много. Толстяка поможем слить. Ну, вроде все отлично, максимально симпатично.
толстяки тоже попадают под удар турелей. И без особых проблем, естественно, мы проходим все волны. Я думаю, что легкие волны — это просто круто. Я думаю, что легкие волны — это топово. И многие из вас просто на этих легких волнах вы поднёте миллионы топового лута. Естественно, мы получили теперь вот этот вот ящик. Вот зачем я это все делал, ради такого ящика. Естественно, не все я выбил. Естественно, у меня остается вот такой вот спуск. Я открываю, не получаю спуск, но даже знал, что я не получу. Но я на стрим, ребят, сегодня в 20:00. Поверьте, я готовлю 10 тысяч вот этих вот очков. 10 тысяч очков. И именно эти 10 тысяч очков я превращу в стрим. Мы пройдем, ну, наверное, 100 вол, по идее, так. Я помню, что если посчитать по логике, по-моему, 100 волн. Я хотел 100 волн. Вот я не знаю, сколько там по ресурсам. Короче, сделаю 100 волн, и это круто. И я думаю, что каждый из вас знает, какие ресурсы здесь можно заработать. Здесь можно стрел заработать, фильтры. И, конечно же, самое вкусное, что здесь есть, для меня это фиолетовая карта. Ну, а мы посмотрим, сколько у нас волна стоит. То есть сотка, то есть 10 тысяч, это 100 волн. Я думаю, что многие согласятся, что это будет неплохая идея. А сейчас хотел бы всем сказать спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Всем удачи и пока. Мы увидимся в следующих видео.